озвучил Майкл Кинг. Как же много клёвых цепочек сегодня здесь. Да для тебя они все симпатичные. Что плохого в том, что меня мама правильно воспитала? Ну так чё, прошвырнёмся по цветочной поляне. Выстраиваемся и заходим на посадку. Эй, мы не можем начать с ними говорить, пока 45 минут не проторчим в темном углу с загадочным видом. Вот как тот парень. Да-да, вот только не сегодня, окей? Наш приятель Том тут диджей. Эй, Том. Эй, Том. И он поставит мою песню. Чё? Чё? Зацените. Эй, крошка, прости, я опоздал. Я тебя не знаю. Да, но сейчас узнаешь. Окей, приветик. Как тебя зовут? Я Бен. Привет, Бен, я Кэт. Кэт значит мяу. Я имею в виду мяу. Окей, думаю, ты мне нравишься, Бен. Аналогичненько. Так, пора в это врубаться. Начинаю искать свою песню. Сейчас же. Так и чем ты занимаешься? Сейчас я как бы между двумя работами. Да. Так-то у меня больше времени, чтобы провести его с тобой. Вау. Чуваки, так работает магия подходящей песни. Да, кажется, я врубился. Зацени. Почему такая красивая девушка, как ты, сидит тут одна? Я тут просто друзей жду. Но я везунчик, что нашел тебя, пока ты одна этим вечером. Чувак, эта музыка просто навевает ужас. Я хотел показаться ей таинственным. Ладно, попробую еще раз. Да, давай. Не бойся, детка. Можешь доверять мне. С таким стрёмным музлом она тебе точно не поверит. Окей. Эй, не сопротивляйся, доверься мне. Нет, так. Все, я ухожу. Не преследуй меня. Стой, все впустую. Ну а как, интересно, Патрик справляется? Не знаю, он вон там. Эй, крошка, хочешь попрыгать на моем Феррари? Врубай мою песню, диджей. Лайкай, подпишись, комментируй, делись с друзьями.